Подвели итоги работы новой структуры. Напомним, в 2013 году все районные водоканалы объединили в одну организацию. И значительную часть работ стало выполнять государственное предприятие водоснабжения и водоотведения. На заседании правительства озвучили отчет о выполнении программы водоснабжения. Согласно данным, за 3 года воду подали почти 5000 абонентов. Та организация, которая выполняет эти работы и потом эксплуатирует, безусловно, она выполняет качественно. И по итогам 2013 года 49 километров трубопроводов, 6 скважин пробурили и 9 водонапорных башен установили.